Привет, друзья. Иду на работу. И увидела, на стене висит такой, как это. Ну, листок там написано, что... Чарли! Отключат воду. Написано, что часу... С часу до 15. Чарли, яста! Там собака его не любила. То есть написано с часу до 15. 1:00, 15:00. Только час. Я что, зря приехала? Блин. Сейчас пойду посмотрю. Если нет воды, то поеду домой. Вот, Маруся, я вчера видела это объявление. Ну, говорю, завтра приеду и посмотрю. Прикол будет, если я зря приехала. Очень интересно. Ну, сейчас... Раз уж приехал, пойду посмотрю, что делать. Хорошо, хоть в среду народу мало. Обалдеть. Чё вчера не посмотрела? У нас так бывает. Они чистят трубы, все такое, и отключают воду. Но обычно с утра. Просто написано с часу. Вот у меня час, может быть, они хотели имели в виду с часу дня. Но тогда бы написали с 13, да, до 15. Фиг его знает. Да иди ты сюда, машина. Машины здесь, вон как едут. Надо останавливаться. Потому что там вообще узко впереди. А что тогда делать мне, если воды нет? Не, ну это понятно, что я уеду. Просто дома-то скучно. Ну тогда я не знаю, что. Ну поеду на пляж с Чарлом. С Чарли погуляю. Ой, так мне сардин хочется на этой, на гриле. Не поеду, посмотрю, есть сардин, нет сардин. Я их так люблю, сардины. Так что поеду, посмотрю, есть. Что-то вчера мне ночью прям так захотелось. Думаю, что бы поесть. Да ж пойдем ты, а вот все нюхает и нюхает, нюхает и нюхает. Ужас. Да, она с водой ела. Тут у нас фонтан есть, я сейчас в фонтане посмотрю. Ну, не фонтан, а это как колонка. В колонке посмотрю, есть вода или нету, чтобы уж... Хотя там не на всех улицах написано. Ну-ка, сейчас посмотрю. Ой. По-моему, нет воды, потому что здесь напор намного больше. На улице. В общем, все равно. Раз уж приехала, не пойду же я в этих сомнениях, не уеду же. Ой, ну посмотрите, ну как же не покажу вам. Смотрите, красота. Ой, ветерочка нету. Чайки летают. Море хорошее, хотя передавали похолодание. Но такое холодание больше на севере, чем у нас. Ладно, в общем, сейчас покажу вам. Есть вода, нет вода. Вода. Есть вода, нет вода. Обалдеть, выходной. Блин, ну ладно, зато у меня на воскресенье уже столько, что мне страшно уже. Ой, на воскресенье, на субботу. Сейчас увидим сюрприз. Есть вода или нет. Плюм. Это что значит, есть или нет? Не пойму. Вроде есть. У меня этот забился, надо пробивать. Вода есть. Значит, с часу ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Или нет, не пойму. Вроде есть вода. Ладно, подожду, увижу, как говорится. Вот такие вот дела. Воды нет. Я прочистила эту, потому что
цистерна в туалете не наливается. Волос тут надо убрать потом. Так что поехала я домой, в магазин. Блин, ну что я вчера не прочитала? Спала бы себе. Ну да ладно, что Бог не делает, все к лучшему. Поехала я домой. Там и встретимся. Вот сколько сардин. Это папа, Так что куплю сейчас сардины. И мидии вкусные тоже. 2 килограмма. Lío de sardina. Ya estamos en el curso de la sardina. Eso. Que tengo boquerón a 2.95 y sardina 3.95 pesita. Sí, medio kilo de boquerón. Делаю себе кильку соленую. Так что вот такие дела. Пойдем дальше. Вот такой у меня импровизированный выходной. Ну ничего, мне там подшить надо кое-что. Так как я достала вещи летние, они мне почти все большие. Некоторые вообще нельзя с ними, ну, отложить. Некоторые можно вот подшить, которые... Ну, и не велики, и не малы, как говорится. Подшить их вот тут, допустим, под это. Вот, и нормально. Вот эта майка, кстати, тоже с прошлого года. Она мне нормально. Вот. Раньше, то есть, в облипочку была, а сейчас зашибись. Так что дела найдутся. Надо еще и окна мыть после зимы. Но окна я уже в другое время вымою. Неохота окна мыть. Еще и прохладно, чтобы дверь открывать, еще ветерок, будут шторы летать. Надо еще шторы стирать. Короче, дофига делов. Но я не деловая, я не люблю домашние дела. Вообще, вот некоторые девчонки с тряпочками прям туда-сюда целый день. Мне нет, это не мое дело, не царское дело. Не знаю, не люблю, вот ненавижу. Я единственное, что люблю по дому делать, это гладить. И то не всегда под настроение. Так что вот так. Все здесь красят, убирают. Красиво. В принципе, как-то не холодно и не жарко, но душно. Влажность, что ли, наверное, такая сильная. Поэтому как-то идешь, вроде бы тебе и не потно. Ого, охранник мой. Охранник. Мамо! Все, погавкал, утолил свою жажду. В общем, мы гуляем. На море не пойду, там ветер, холодно. Оно еще какое-то двухцветное, наверное, шторм будет. И волны такие, это вот как петушки, гребешки. Когда видно на волнах, значит все, море меняется. Сегодня сардинки буду жарить, вкуснотища. Рыбку же тоже надо кушать. Да, а как же? Такие дела. Да, выходной мне устроили, конечно. Ну да ладно. Отдохнем. Иду с тумбы. Жара такая вообще. Хоть и 3 кондиционера стоят, но все равно не справляются. Если так, и это еще на улице не жарко. Походу, что скоро я не буду туда ходить, потому что я при жаре вообще ничего не могу делать. Я вся такая. И когда жара, я ненавижу, поэтому вообще. Выходишь оттуда такая вся какая-то разбитая. Раньше хоть какой-то... Не, ну нормально, конечно, было.
Но очень жарко, вся потная. Вытираешься, вытираешься. И все равно все течет. Так что посмотрим. Если будет жара подниматься, то в этом году на Сумбе закончим. Будем на море ездить, на плавать. Будем плавать. Пойду сейчас с собакой гулять. Надо чуть-чуть походить, потому что я еще час буду течься потом. Надо чуть-чуть в себя прийти. Мы идем гуляем. Чарли, кто не? Кто не? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay! ¿Quién es? Puta, cuando mira la estatura. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¿Sí? Сегодня у него нет желания. Он привык к нему. Он так обычно гавкает на него. Думают, что это человек, наверное. Но смотрите, как пасмурно, как погода меняется. В Москве идет снег, вернее, даже по всей России. А у нас вот такие тучи идут. Снег, конечно, не будет, но дождь на завтра передают. Вот тебе и сходи на море. Когда ходить на море? А мне все некоторые говорят: ой, ты уже на море была. Я говорю: что это вы решили? У тебя уже лицо загорелое. Да, конечно, ага, на море я была. Хоть бы разочек полежать, искупаться. Состояние какое-то, нестояние. То ли погода такая, спать охота. Ой, цветочки какие вот цветут. Ой, сказала, спать охота, зеваю. Чуть такое все свалено, как ураган какой-то был. Обалдеть, как будто завалился кто-то. Обалдеть. Мама! Так что пошли мы погуляем, хоть и неохота. Голову помыла, он что-то как-то укладывается по-дурацки. Чего ты хочешь? Это играться хочет. Чего тут? Игрушка твоя? Где? Ищи. Время уже 10:30. Уже поздно. Нам завтра в Гранаду надо ехать. Так что у меня завтра опять еще один выходной. Сегодня и завтра. Работаю я офигенно, да? Ну ничего, потом в пятницу, в субботу наверстаю. Да блин, где она есть? Нету там ничего. Вот, так что завтра посмотрим. На завтра дождь передают. Ну тут как, передают, а потом его нифига и нету. Вот такой вот день у меня получился. Какой-то сонный, прям так спать охота было, но я не спала, потому что если я посплю, то я потом ночью фиг усну. Подшила там какую одежду. Двое шорт подшила. Вот. Потому что на следующий вторник уже посмотрела программу. 28 градусов обещают. Я даже не верю, что столько будет. Уже 10 мая, а погода вообще никакая. Где тут? Ничего тут нету. Вот такие вот дела. Пойду я спать. Завтра опять, говорю, ехать. Ну, нам не рано, можно и поспать немножечко. Но когда спать можно, все равно встаю ни свет, ни заря. Ну, ни свет, ни заря опять. 8:30. Ни свет, ни заря. Некоторые в 6 встают, им нормально. Я в 6 вообще, вы что, не встану? Не, я, во-первых, засыпаю очень плохо. И мне спать прям вот самое под утро. Класс. Так что всем спокойной ночи и всем...